Сегодня суббота, 11 июля. Мы снова здесь. Только что ребят отвез к мосту. Они будут оттуда сплавляться. Я буду сплавляться от дома. Вот эти камеры у меня на голове. Я 1,76 м. Вот. Смотрите, какой тут Иван-чай. Вчера, кстати, видел медвежонка, когда мы ехали сюда. Он быстро-быстро улепетывал в лес с дороги. Испугался. Повезло нам, что он был один. А может, просто он и не один, а просто где-нибудь рядом с ним мама. Так, вот. Это у нас, как вы понимаете, была деревня Карповская. Так вот. Так вот, да. Здесь был дом. Там был дом. Там наш дом. Там дом Ховановых. Тут, не знаю, тоже был по улице два дома. Так что вот, как-то так. Ну что, вот я на реке. Накачиваю лодку. Вода больше, чем на метр. Меньше, чем было месяц назад. Ну, на метр точно. Накачаюсь. Всем привет. Здесь хорошо. Не верьте тем, кто говорит, что комары кусают. Не, они просто летают. Видите, меня ведь никто не кусает. Все, друзья, лодка накачана. Но хочется кинуть сначала с берега. Сейчас посмотрим, что получится. Ничего не буду изобретать. Попробую вот на такого, который всегда здесь работал. Сейчас посмотрим, что у нас будет сегодня. Первый заброс. Вот я тут на перекате поймал пару хоризот. Тут ребята подъехали.
поймали, говорят, окуня неплохого, лёхи, несколько щучек. Сейчас будем варить уху. И вот наступил счастливый момент. Много дров? Да. Да, наступил счастливый момент. Все-таки мы решили уху сварить. Маленький хорюзочек за год, две щучки и окушок. На троих, я думаю, хватит. Да, Павыч? Да. О, там у нас сейчас варится картошка с перцем и солью. Главный кашевар без ложки, видите, поправляна. Да нормально, все прямо хорошо. Сейчас вот сварится картошка с луком. И мы бросим рыбку. Вот опять наше традиционное забрасывание рыбы в воду. Отпускание типа ее. Ловим, отпускаем. Ловим, отпускаем. Кто ловил, тот и отпускает. Все, ждем, когда побелеют глаза. И сразу видим. Побольше. Картошечка еще. Картошечка еще сыровая. Все, закипает. Мы тут уже немножко поели. Но все равно, поверьте, очень вкус. Да, вон, видите, все терзают. И дождик вроде как почти прошел. Все будет хорошо. GoPro 105.